Раз. Есть контакт. А, чё? У меня что-то про часики говорили, сделал. А, ну это если дома. Будет нечем заняться. Здесь такая, такое упражнение классное. Мы делали? Мы сами их делали? Нет. Ну, я делал просто подобное. Но упражнение это совершенно... Ну, как бы, я знаю, как это сделать. Но сам не делал. Я так не делал. А когда знаешь, но не делал, всегда есть какая-то вероятность, что что-то пойдет не так. Правильно? Вот. Потому что, например, вот знаешь, что можно сделать, да? Превращаешь секундную стрелку, да? И двигаешь, тогда двигается часовая. Ну, то есть ты повернул на полнооборот, часовая на минуту сдвинул. Вот, ну, ну понятно. Минута на минуту. Вот. Но вопрос, будет ли наоборот, если ты вращаешь минутную, будет ли сможешь ли ты вращать минутную, чтобы вращалась секундная? Это реверс манипуляции, как бы, есть такая штука в синтезе, и она поддерживается не для всех конвертов. То есть иногда ты можешь в обратную сторону преобразования, иногда не можешь. Ну, скорее всего, ты можешь. Узнать, интересно, создать слой. То, что я дома сидел, допустим. Примеры, да. Ладно, примеры, что-то можно. Прочь. Я сейчас обратно. Стробоскоп, что это такое? Стробоскоп, да. Это... Ты потом, когда закончишь, ты меня сбросишь, да? У меня есть он, наверное, где? Давай запишу. Если закончится, когда закончишь, ты не сбрасываешь, я подхожу сюда, ты мы с тобой вместе ее. Угу. Но если у меня что-то не получится, я тебе заранее прошу, хорошо? Угу. Все. Если не получится, я тебе убью. А? Ну, если что, когда я тебя убью, пожалуйста. Ну и что? Станя, Константин Ильич. До свидания. Фигу. А что понятно? Прогресс. Мимо отсутствия скачка. С положения получается, как я понял, с нулевого он на шестой кадр, да, делал. То есть анимацию с определенного кадра по определенной не делает, да? А на определенном кадре он делает. Да, уменьшает частоту кадров. То есть иногда уменьшать частоту кадров бывает полезно. Например, можно делать классные эффекты с помощью этого. Иногда просто тебе не нужно 24 кадра в секунду. Иногда 12 дают лучше. Но вместо того, чтобы здесь в свойствах менять, ты здесь можешь поменять. Например, какие-то объекты отдельные ты можешь сделать, чтобы они двигались 12 кадров в секунду. В аниме же там, когда 12, когда вообще 6. То есть ты... Так что... Это вообще на самом деле. Потом узор исключающего или это вообще. Это вообще просто. Мне это недоступно. Тоже не должно быть.
Угу. Так, давай открывай какую-нибудь сцену, мне все равно какую. Будем уже работать. А. Угу. Так, это должно быть поверх. Контур должен быть поверх. Он меня не слушает. Я хочу просто сделать более общий план, чтобы они более издалека были. Чтобы тогда, понимаешь, горы будут видны больше. Понял? Да. А ты получается тесная комнатушка, в которой что-то там тихо. Ну да. Ага. Потом можешь сделать, Женя, спецэффекты. Например, вот... Да! Слушай, я тебе дам спецэффект один. Блин, который делает вот такое поблескивание. Да, а тренд, он готовый уже, его нужно просто вставить. А потом я еще часто, знаешь, когда вот... Видишь, слишком ровный фон получается, да? Да. Так что не круто. Да даже не шум, а чтобы придать картинке, особенно когда дело происходит в помещении, чтобы придать картинке какую кирпич, такой объем, да нет, еще проще. Вот. Делаешь вот такой фильм, какой-нибудь такой. Так. Угу. Так, кривая область, черная. Thank you.
по освещению, да? Да. А еще будет освещение поменять, то есть, допустим, от двери потом, то есть, его... Да ты смотри, нет. Смотри, ты можешь, да, смотри, ты что можешь сделать. Вот это освещение, тут движется вместе с камерой, так, как будто мы немножко, вот. Оно помогает акцентировать, да, лишь, акцентировать как бы на центр. И ты можешь это, еще это сделать величину, например, 5. Она будет тогда более, менее в глаза бросаться. Видишь, вот тут более деликатный будет такой освещалка. Вот. Да? А теперь ты хочешь, чтобы менялось это от двери. Да? Ты делаешь вот так, смотри. Там, где дверь. Где стена, поверх стены сделай вот. Сделай, чтобы была одна дверь. Да, он вот здесь, на экране. Ага. И вот поверх стены наложи... Надо, короче, на камеру снимать. Нет, ты делай. На поверх стены наложи область, чтобы она была примерно по форме, примерно напоминала... Две, да. Абсолютно примерно. И сделай ее белой, дважды белой. Так, здесь, да. Так. Переставим камеру. Сделал ваш дело? Да. Пастушевочку теперь. Подбери 100 или 50. Там никого морской болезни нету, я надеюсь. Я хочу, чтобы экран был виден. Оу. И величину 0,1. Черт, просто не хватало. Ой. А, стул поднять. Вообще сервис. Что, попал? Ты садись, как тебе удобно. Я уж настроил камеру. Слышишь? Угу. Во, круто же, кстати. Во. А теперь ко всему этому сделай размывание и умножение. То есть? Ну, слой размывания давай. Ты помнишь, как вообще сцены тонированы? А, все, понял. Садись, двигайся, чтобы тебе удобно было. Ну, это двигай, свободно. А... Я потом настрою. Ты садись, чтобы тебе удобно было. Камера делает левая. Ух ты, у нас камера на тележке. Смотри, мы можем делать эффектные проезды. Как в кино. Панорама, да. Да, смотри. К сожалению. Слушай, клево. Никто так не умеет. Это эпично. Там ни с кем, я надеюсь, не случилось ничего страшного. От испуга. Так, нет. Черт, что в тебе? Нет, я все-таки сниму этот проезд. Сейчас, с этой стороны. Это размывание так работает? Я его еще не сделал. А. Я его просто забыл покрутить. Режим наложения, мультипли. Все, поехали. Снова проект. А, все. Slow motion. Клево. Тележка это круто, эта камера всегда. Ну что, в анимации посмотри. Цветокоррекцию там еще сделай. Все, ладно. Тебе опять мешает? Писать нормально. Сколько ее? 1,2, 1,3. Кто там? А то угол, как я Привет. Привет. Нас тут много. Да.
Сюда. А почему? Ну потому что что, я буду дверь перебиваю. Это коррекция чего? Настя точно не придет. Которая пополнится. А параметры чего она? Почему она не придет? Она болеет. Гамма. Коррекция вот. Гамма 1.5. Слушай, потом правда сделать спецэффект? Ну чё? Какой спецэффект? А, с подростки. Ну, мне кажется, смотри, мне кажется, получилось многовато света. Так, он анимирован. Нет, пока он не анимирован. Ты его санимировал, что ли? А, нет, он не анимированный. Вот он. Он анимирован? Нет, он уезжает. Ну, в смысле, он уезжает. Да? Он двигается, короче. А. Вот. И я обычно еще немножко тоню. Вот смотри, вот когда. Обычно я сначала накладываю размывание, а потом уже подфигачиваю все остальное. Вот. Это цветокоррекция. Хотя. Тут перемены вместо слагаемых. Ну что так народу много? Я вообще не знаю. Мы решили отдохнуть. Каникулы, да. Да, кстати. Я приношу свои соболезнования всем учащимся, которые нас смотрят. В связи с началом новой учебной сферы. Четверти. А нас-то нету, конечно. А вам я соболезнования не приношу. Конечно, кто-то отдыхает, а кто-то не отдыхает. Вообще не делаю. Ну, знаешь, что? Ты вот это сделал, да? Да. Ну, меньше. Поскромнее чуть. И ты возьмешь планшет, Юля? Зачем? Ну, сегодня. Ну давайте. А ты его вернешь? Конечно. Конечно, куда делать? И еще, знаешь, если ну уж очень охота поиграться с освещением, да? Угу. Видишь, холодные оттенки получились. Да. А золото? Да. А золото, от золота мы сейчас сделаем такое теплое исходящее свечение. Просто. Так это будет именно золото похоже. Все будет похоже, ты не волнуйся. Вот так. И мы делаем его дважды желтым. А дважды желтое это что? Вот мы делаем обычное желтое сначала, да? Вот. 100-100-0. Все умножаем на 2. 200. 0. Но и? Ноль умножить. Что будет? Ну смотри, вот видишь, да? Да. Теперь смотри. 0.05. Теперь режим умножения. Я забыл тебе мультипли сказать, для света сделать. И растушевка. Ну, 50. Не знаю, вы не заметили разницу. Да. Ну сейчас включите. Вот сейчас, да, я отключу. Тогда будет видно. Вот так вот. Видно. Да, но видно имеется в виду хорошо. Вот, стоп. Вот так. Так лучше. Ну так. А что там денег не будет? Это деньги. Только золото. Ну. Золото. Это. Юля, это легко конвертируемая валюта. Да. Так. А вот это мы сделаем лучше не величина, наверное. Если мы теперь сделать. Не фонтан. Что-то изменил. Ну, прикольно. Свет. Это вообще, вы знаете, тут вообще абсолютно источников света нет. Смотри, он еще не сдвигается, смотри, в зависимости от этого. Видишь? Ага. Центр меняется. Это из-за. Они друг друга так перекрывают. Ну это слишком, конечно. Сколько он деталь было? Это такой вариант вообще. Это внутри ни одного окна нету числа, но где это и все. О, вот так двойное, классно. Вот так. Я просто два раза одно и то же нажил. Это величина, если делать два, один. По-моему, эффект разный.
А может, одинаково. 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 Ладно. Ну так лучше. Так, ну это их два, а они не должны перекрываться. Ну эту кучку сейчас. О! Клево! Это уже что-то через. Оно это классно! Она как будто освещает внутри. Вот бликует, да, и отражается. Клево. Ну, если тебе хочется вот так. Ну, здесь много, конечно. Ну, так, оставить. Если тебе, конечно, хочется совсем спецэффектов, да? То можно сделать еще последний наш, да? Так, дважды белый, все нормально. Здравствуй, Тома. Привет. Что-то ты сегодня рано. Нет? Да. Время есть. Не сильно время. Там и ЕГЭ, и ГИА, и для студентов, и для тех, кто выше. Вплоть до организатора. И что там, что там есть? Подготовить меня? Там полностью тесты. Подготовить. Даже с 2012 года. О, все? Смотри. Ну, а там так, да? 2009 по 2011 год. Ну да, демоверсия. Кстати, что такое? Искажение. Искажение шумом, да? Передашь его, конечно. Чего я игры не захотела? О! Вот, да. Вообще. Золото! Ну, покажите. Мы добыли золото. Алхимики. А анимацию делали? А можно, кстати, анимацию? Можно, кстати, анимацию. Что он блестит? Вообще, кстати, вот анимацию. Просто скорость анимации. Единичку сделать. Я могу по-близки. Ну-ка. Да ты не веришь. Ты не веришь, да. Что она такая еле поблескивает. Да это просто скорость движения камеры. Больше, чем. Да. И только одна сторона. На скорость. А туда свет спать. Так раздублировать-то недолго. Ну, все равно, она одну только больше. Вот это можешь раздублировать всю фигню, там, да? Там, по-моему, но еще изменять скорость. Изменять фигуру. Вот это дальняя, пусть стоит темно, ближе, пусть светлая. Да. Можно еще. Да, вот и я тоже. То она кучка блестящая, все остальные. Ну все, так сказали, уже поправили, я мое. Консоциум сделай, это скорость анимации. Вообще. Понял, да, вот эту форму просто меняешь, да, и передвигаешь, понял. А это лайфхак. Скорость анимации поменяешь. Ну я все, тебе... мы игрались? Вообще наигрались. Так, а ты что делал? А я не помню. Так, а сейчас не помню. Давай смотреть. Выход на балкон эпический мы как-то сделали. Там солдатами там. Да, солдаты. Что с солдатами? Ну, солдаты позади стояли. Позади. А, и бошки они не работают. Напомню. Он разговаривал. А, давай, какая это сцена? А, сейчас. 26-10. Ха-ха-ха, не помогло. Да, не помогло. Обычно так. Что там? Да обычно открывается, мы видим на том месте, где она закончила, и, видимо, что-то отмотал добрый. У них такая бесплатная шпора была. Ага. И ты ее сделала? Нет. Ну, в смысле, это не так знаю. Что-то получилось? А завтра здесь во сколько озвучивается? Чмоки. Ну Хан такой, ес, спрыгивает, тут такой, раз, смотрит, такой, зеленый слайд, такой, чмоки.
Ну я больше другую фразу не могу сюда подставить. Давай 24 кадра попробуем достать. Может быть, он его и реабилитирует. Ну, короче, слишком быстро. Ты поняла? Вот, у него... Все по-другому. Все было не так. А мне кажется, что реалистичнее я нашел. Ну и что? Мне нравится. Ты, кстати, блики можешь такие же, как у Жени, делать. Вот как там. Не надо. Ну смотри, я их тоже покажу. Надо фон сделать. Надо небо сделать. И здесь, землю. Здесь травку. О, удалиться. Он все время вылетает. Тут нормально? Нет. Да ничего. Вот, знаешь, ему не хватает, знаешь, какого рта. Все есть. Я все перепробовала. Да. Тома? Тома, где ж ты? Носи рот по открытию. Вот. Хорошо. Это не такой хаш это. За 6-10. Так. А ты, Юля? Смотри, вот мы меняем сало, да? Вот где. Вот мы меняли. Вот у тебя рты. Они стоят слишком близко. Он двигает быстро. А он должен не спеша, медленно это делать. Поэтому вот так. Ты снова можешь проговорить. Расфигачь. Будет прикольно, если у нас прям попадет раскрытие рта в загласной. Давайте посмотрим, что это комбинация, как это выглядит. Может, тут еще и панорама будет. Что? Панорама. Криво. Криво. О! Плавающий солдат. Да, есть, да. То есть, ну, смотри. Может, нет здания на тут. Здание приближается, а они плавают. А почему они плавают? Да, классно. Это же классно. Вообще. Значит, золото. Затекло так все. Вы это, над моей великой анимацией. Нет. Мы не смеемся. Мы восхищаемся. Не критикуйте. Да. Не критикуйте. У тебя самая великая анимация по мне, так это как вино наливают. Почему? Не знаю, я тащусь какую-то вино наливать. В самом начале еще. Капец. Скорость прорисовки это вообще... О, сюда нужно еще вставить. Кстати, я хочу вот эту сцену сделать, которая... В конце? Да, вот эту. Вот эту? Да. Они все а что там где? Они там есть. Просто... Вот. Так, тут еще панорама, прям, да, точно панорама. Ой, зачем тебе тут ключевые кадры? Я не знаю. Я тоже не знаю. Не знаю. Просто смотри, вот я могу, вот я тебе сказал все растащить, да? Но ты вот каждый будешь растаскивать. Это долго? Смотри. Берешь, стоишь там, где последний ключевой кадр. Так? Если вот это, промежуток с ключевыми кадрами. Ты дергаешь эту галочку. Нельзя никак удалить, он мешает. Он не мешает. Так? Да. Вот здесь у тебя основное уплотнение. Вот за это дерни и сюда притащи. Очень. Еще. Вот так. Окей. Поняла? Да. Они сами раздвинулись. То есть мы немножко времени сэкономим. Ну как ты его плющит вообще? Знаешь, наверное, почему? Бжж, вот тут. Вот эти вот лишние. Да, как узнаешь, какие именно? Ну, вот так, смотри. Ты идешь, приходишь к этому кадру. К этому. К этому. О, вот он. Попался. Удали. Давайте мне вообще тоже не нравится кадр. Давайте посмотрим. Давайте все удалим. Ну, это вполне нормально. Давайте посмотрим, следующий момент вот такой вот пойдет, да? Да. И зубы, чтобы были видны. Ну, я белым скрашу. Вот когда его резко, вот так рот разетывается, это очень плохо выглядит. Вот так вот, смотри. Из этого, вот так вот, почти. Где? Да где оно там? Ну, нет. Хранись, смотри.
Это как, знаете, как молотком по башке. Лопатой. Ну, кому что бы. Почему? Снимаю. Кувалда сразу. Ну, ты же не настроил, у нас же камера на телефоне. Ну ладно, отлично. Два пичных. Смотрите, провала. Вы просто не видите, как это. Как это клево. Сейчас, я покажу. Вот вы... Мы можем снимать матрицу. Это что? Матрицу. Ну знаете, там в замедленном фильм «Матрица», знаете? Да. Там когда кто-нибудь подпрыгивает в воздух так, да. И замедляется, вокруг камеры оборачивается. Да? Вот. Это типа айпа. А теперь смотрите, вот Женя, он может в замедленном режиме, вот смотрите на экран сюда. Женя, а ты делай вид, что замедленно печатаешь на клавиатуре. Замедленно, да как? Это вот так, вот так. Да, а я делаю проезд. Очень понятно. Круто, да? А если Женя еще в этот момент будет вращаться на стуле, то это вообще... Поехали. 3, 4. Да в обратную сторону надо вращаться. Да, стоп, то есть... А, мы туда едем. Да, да, да. Вот так. Я же это не вижу, это же не... Так это ты посмотришь, потом скачаешь. Вы специально для того, чтобы это... Давай еще раз. Приготовились. Ох, ты какое слово клевое. 3, 4, поехали. Съемка, мотор. Играем, 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 играем. Активнее, активнее. Так, больше экспрессии. Быстрее. Круто. Быстрее. Все круто. Там никого не укачало, я надеюсь. Все, ладно. Что бы на место? В формате 3D монас. Думал бы тогда покачал. Пойдемте. Пойдемте. Так. Так, Том, а ты, в принципе, знаешь что? Ты можешь сейчас здесь порисовать. Нет, Тома. Не, я тут уже сижу, я тут уже устроилась. Нет, на этом не хочешь? Я хочу. Я тоже занимаюсь. А я тут вдруг согласен, тут себе такое теплое местечко соорудила. Я делала съемку, если ты трамвай. Делать анимацию. Да, мушники, вся мерзость. Вообще у меня есть... Тебе только квейк гонять на планшете. Тебе только квейк гонять на планшете. Ну и чё? Заниматься где? Ну все круто. А теперь мы в это время произносим. Слишком долго. Да, мы на гильотину. Так? И засекаем, на каком кадре. На каком кадре мы прекращаем. По там посмотри. Вот по там? Вот по там мне это нравится. По монтажу, в смысле. Ну, она ж не умеет. Пусть она так делает. Да, вот здесь где-то. Да, мы были. 60-й кадр. То есть после все, что... Ты хоть поняла? Смотри, вот. Посмотри, это так, знаете, вот здесь остановите. Жмакой. На гильотину. 44-й. 44-й. 60-й, говорите. Давайте помедленнее, нет, это остановка. Да. На гильотину. Вот же. Я промахнулся, надо рукодеться заново. На гильотину. Да 44-й, хоть как 44-й. А теперь там посмотрите. Это вас сохранило. Ладно, короче, закрывай. И остальные нужно сцены так же тонировать. Короче, вот все это должно быть где-то дальше. В титрах это записать. Спецэффекты, когда есть. Спецэффекты в виде дыма. Пиротехник, поджигатель. Так и написать спецэффекты, Евгений Катунов. Ну так и напишем. Так, ну давай смотреть. Покажем сейчас здесь. А, тут очень хорошие колонки. Outstanding. Просто. Давай посмотрим Женю. Женя, я тебя попросил. Монтаж плюс. Смотри, пожалуйста. Так.
Что-то как-то мы переборщили с этим. Да. Что-то громче можно сделать? Да он скажет на гильотину и все, что ли? Да. А, они там что-то вспоминать будут, да? Они его вспоминают. Вспоминать еще будут, как 40 дней пройдет. На гильотину. Вообще он в конце это говорится. Да, он в конце, да? Да. Смотри, смотри. Вот. Они тебя вначале. Вот. В смысле вначале? Да нет, вот у нас кадр, вот он до сюда, вот тут начинает говорить. А. Мы считаем, сколько кадров. Вот относим курсор. Раз, два, три. 30 кадров. Ну, значит, у нас... То есть от нулевого кадра отодвигать маленько? Да, отодвигать маленько на кадров 28. На 27. Подожди. И сколько ли... Подожди, Алексей. И раз, два, три. И 25 кадров он говорит. Да, это же можно даже не делать, просто взять под век. Сцена отрезок и все. Точно. Окей. Значит, покажи их раздвигать, раз ты хотел. Смещение по времени. Да, давай смотрите, чтобы сцену дальше делать. Так, я вроде не доделала. Куда я вторую? И вот я вспоминаю, какая. Вот это? Да. Вообще странно. Так, может, в режиме анимации? Так, нет, не в режиме анимации. Нет? Минус 30 или плюс 30, я что-то забыл. Чё ты там творишь, я не понял. Смещение во время. Какое смещение? Или нет? Я уже забыл. Нет, я понял. Ты не по смещение во время. Ты немножко по-другому хотел. Смотри. Вот, можно просто, да? Ладно, кадры перерисовать. Так. Скажи спасибо, что я не рисовала. Мебель еще чуть не сломала. Она бы мне. Смотри. Мы просто берем этот ключевой кадр. Вот здесь мы начинаем. Можно, да, правильно? Да, удерживая альт. Напомните, вы мне как-то говорили по смещению во времени. Да, я говорил, но понимаешь, в чем дело? Тут в чем? Такая вообще деталь. Ну, если можно ключевыми кадрами, лучше перемещать ключевыми. А. Потому что иначе тут, короче, фиксатор отображается на старом месте, в общем, там зануда. Понял. Такая. Так, окна. Супер. Что означает супер? Иначе он по альту передвигает окна вот так вот. А-а-а. А так он супер, и тогда альт освобождается для других функций. Это вообще, конечно, очень большая засада, то, что он по альту это делает. Вот. И теперь мы можем, удерживая альт, да? Вот так мы просто передвигаем, да, ключ? Он просто передвигается. А если мы удерживаем альт, то он сдвигается. Куда нам нужно выдвинуть? 20. Вот сюда, 28. Удерживаем. Ну тогда сдвигает все, что после него тоже. Вот так. Нет, поняла? Я даже этого не знал. Делай. Почему? Я вот не знаю. Подождите, а на сколько делать? На 28 карту. Это где? А ты поставь курсор на 28. Нет, нет, не так. Так, посмотрим. Вот ты курсор поставь. Ну вот тут даже 28 мм просто. Вот он тебя сюда встал. Вот 27. Да какая разница? Вот, и сюда передвигай. Держать. Все. А как тут делать? А это что тебе мешает? Это просто он молчит. Там ничего, там тебе Тома уже жахнуло еще один. Это не оно. Тома, зубы должны быть сверху, а внизу рот. А, короче, я сейчас быстрее. Что, не отвлекайся, работай над той сценой. Я работаю. Да не ты. В смысле работай? Ну я работаю. Я работаю. Ты ниже спецэффект туда применяешь? Ну, ну примерно. Ну, да, так, да, 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 потом вот так вот. Я-то поняла, да. Что, а что это? Тут, короче, очистить черный. Просто вот эту. На, делай. Слушайте, вот эти вот. Красный. Кто? Юля, положи перед собой. Окей. Сюда вот эти. Да. А там еще, знаешь, там еще слука есть, уже готовый. И вот это есть, и просто он стоящий. Их всех нарисовала Настя. По-моему, она вот в этой сцене сложила все, в Орафайле. О, кстати, то ли плагин для Ора поставить для Гимпа сейчас. Спасибо, что не разрешил. Пожалуйста, всегда, пожалуйста.
Все нормально, все нормально. Почти. Что это динозавры, наверное? У меня даже не... Я даже в него зайти смог. О, что это такое? Да. Это форум ЦКТшный. Да? Да-да-да. Ну, Женя раскопал. А, это который тогда еще давно? Да. Ты как, тебя тогда еще не было. Да. Нет, а в прошлом году что-то было. В прошлом? Я что-то не помню. Там что-то было, я помню. Мы еще видео помнили. Программа, ОПРА, да? Я помню то, что тут, короче, о, а вас? Что-то вот тут такое писали, что... Он вылетел. Ну, где же Сана? Тут было что-то, чего я не смотрел. Так что ладно. Женя! А, Женя, короче! Ты чё тут, чем занимаешься? Ознакомлюсь с чем-то старым. Знакомлюсь. Я тут о форуме даже пароль уже не помню. А он тут... Археолог. Я не помню свой пароль, у меня просто запомнил. Женя! Все, я выхожу. На работу. На работу? Нет, это просто работа. Имя Павел. Нету. Айфон. А фон где взять? Ну, поищи в других сценах. А ты думала, уже не так легко? Да, вообще-то, да. Нет, ну, вообще-то, да. Да ладно. А где небушка может быть? Каких сценах? Женя, у тебя нету небушка. 2016.
точно есть, в 2000 сцены. Где небушка? Так небо у тебя есть. Нет? Thank you.
Сохраняйся. Я повелеваю тебе. Я повелеваю тебе. О, великий Женя. Да, да, я знаю. Полностью гадут или... Или гадут один? Или не полностью. Гадут... Там один, да. Один. Нет, ты не то, ты не... Нет, 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 не то. Вот один, вот он. Один, ты не то выделила. О, ты гневишь Женю. Один. Один, но... А я что сказала? А ты выделила стену. Женя, чем страдаешь? Я? Угу. Рендерил. Да, ты следующую сцену пока делай. У меня сейчас пока что. Ну смотри, панорама есть. Тебе нужно двигаться либо вперед от этой сцены, либо назад. Ну да естественно. Я сейчас опять это перекажу. А как уменьшить боль? Оу, щит. Жень! Контрол. Колесико. А, всё, понятно. Контрол плюсик. О, как подбежать еще. Контрол. Контрол шифт или контрол шифт. Где? Чувак. Не знаю. Где я? Вернись. Ну, еще отдали. Угу. Вот. Убегаешь вот так. Немножко вот так. Вот так. Сохранилась? Нет, сама сохранилась. Я вас спросила. Все. У меня вообще, у меня такой рефлекс. Я сохраняла, пока... Я что-нибудь там изменю, бац, он как раз 5 на гуна попробовал. Угу. Все. Все? Ты, наверное, сделала? Нет. Ну, все изолирую и... А я не умею. Ну как, ну ты не умеешь, не можешь вот так все сдвинуть? А вот изолировать это, даже не умею. Как не умеешь изолировать? Сильно изолировать. Ну вот в такие зеленые. А где снапшот вообще? Какой снапшот? Ну я же отрендерил, я не тот. О, тебе вообще не так. Я что-то не то, не так отрендерил, да? А ты депенденс сделал? Да. Депенденс снапшот не даст. А, надо просто. Да. Тяжело жить, да? Вообще тяжело. Скорее, сохраняемся. А вот при помощи депсов быстрее. Да если не владеешь, удержишь его. Он, конечно, депсы заново не будет. Изолировать. И у тебя это все теперь одним куском, ты это можешь видеть. А, то есть теперь он просто в этот... Поняла? Не совсем. Ну вот смотри, ты это... Вот ты сало можешь видеть, потому что он тебя сгруппировал. Да? Вот этих солдатов тоже. Ну изоляция — это группировка. Ну понятно. Потом выделяешь вот все, и тоже все группируешь. Вот оно вот. Ты можешь один на сало двигать, да? А можешь все вместе. Как? Тебе нужно на первом карте сейчас двинуть вот так. Поняла? А тут-то что будет? Конец света! Это у них земля получается плоская. Да. Потом тебе нужно заставить еще солдата просто и все. Да. Можешь вот этих использовать второй раз. Перебежал пока. Он же перебежал. Что? Что тут? Ну давай, выдели все. Дома, четверть. Используй вид. Используй же. А хотя нет, нормально. Ну как-то, да, вот этот. Он стоит прямо, а тут нужно, чтобы он немного вниз был. Да, вот туда, волос. Это типа в каком формате рендерить, да? Питоновский скрипт лежит. Что лежит? Питоновский скрипт. Там немного дальше есть. Питоновский скрипт, он автоматически генерируется. А. На чем он будет тренироваться? Зачем? Что иначе блендер не будет тренироваться? А. Типа понятно. Почему в ту сторону?
Ну потому что все равно как-то. Second stage in a drink. Он долго будет радоваться. Ветер должен учитываться хотя бы немножко. Костюме. Вот, ну все, я понял, то все. А ты это в режиме анимации сделал? Да. Нет. Заново, заново. Как удобно. Справедливо сказать. Правильно. Нормально. А чего не пишешь, сколько процентов от трапезы? Посильнее, может работать лучше будет. Что произошло? Ну что смешно? Сохраняйся. Женя песни поет. Сохраняйся. Подача сохранить. Да, да, да. Гагунь, расскажи мне. У меня получили сохраняться, как бы теперь я сохраняюсь по раз пять. Да знаешь, меня тоже жизнь приучила. Особенно когда мы работали на Pentium 1. 150 МГц. Не запускали на нем это до макса. А пойдет так с половиной лица? Два с половиной лица? С половиной лица. Пойдет. Ну ты это сделал? Сохранись. Так, ты выходишь из режима анимации. Я уже свою сердце. 24, 25. Ты это все продолжаешь. Даже в окно не будет. Вот, блин. Блин. Почему все сохраняют Shift-Z, когда вы говорите сохранять C? Да, я пушка видно. У тебя в Shift-Z сохранено. Что нам стоит дом построить? А потом его сломать. Ну, кому как. Ну, и доставь тут других. Как? Ну, как ты тех стрелял? Или опять справедливость? А их можно отсюда копировать? Копировать. Да можно, конечно. Сейчас перегрязи не перестанут. Ну что, они одинаковые будут? Ну тут два одинаковых, ты не делаешь, чтобы они стояли рядом. Ты делай с другого конца, копируй. Окей? Упс. Не тебе упс. Ну сейчас. Кастильевич, у меня вопрос. Ремейк можно два раза пускать? Одновременно два раза? Лучше не стоит. А то я сейчас думаю, где у меня второй? Ну ты можешь рендерить два потока на самом деле. Не, просто я сейчас проверю. Так. Он даже с этими, с фреймами. Это трудно. С какими фреймами? Не, вот фрейм такой-то. Да. А, такие эти, но... чисто технические вещи. А самое главное, Женя, я боюсь тебя вас и вообще вас всех расстраивать, но вы посмотрите, с чем он еще отрендерил. Полноу, тут должна быть музычка. А где музычка? А! Включай. Ну такой жестокий поезд. Я накомендно писать, музыка будет. Ну, это пусть не оставить. Нет. Слава. Ты что? У меня просто не было времени. Ну ладно, понял. Надо же еще быть. Да конечно, это же снапшот. Публику дезориентирую. Они будут ожидать такой музыки, а будет с другой музычкой.
Почему они будут ждать? Ну, они будут смотреть, это Женя выкладывает снапшот. Если честно, я думал, что у такого богатого человека. Вообще халява. Действительно потрясающее вино. Ну, вроде бы, что... Я зачарован. Что вы говорите? Это вино лучшее в мире. Ну, все равно, что-то сохранилось. Чарков, он был в сцене.
Я на начале этого учебного года нашел блокнотик с горячими клавишами. Еще когда сюда первый год только пришел. Ага. Первый год это флешевский? Да. А что такое? Там игры, карандаш, там что-то. Блин, вот эти блокнотики. Ctrl Z, Ctrl S. Ctrl X, Ctrl Z, Ctrl Y. А тут нет только качество знаний. Да, да. Раз, вот эти папку. Так. Скинул. Где тут создать? Здесь, понятно. А. Окей. Okay. А, попал. Топ. Завтра опять здесь 2 часов торчим. Тут надо, короче, всех. И где взять боковых? Завтра же это награждение, ну. О, да. Конфетку дадут? А? Конфетку дадут? Да, надеюсь, что что-нибудь будет, кроме листочка. Листочка. Хотя, в принципе, как убежать. Спонсор, конфеты листок. Черный белый экзамен, да? А что-то они одинаковые. Когда ты чувствуешь себя неуверенно. А тут рты закрыты нужны, да? С персонажем. Не стесняйся его. Лишний раз сопоставлять. Ладно. Понял? Сечешь? Чем фишка? Что-то я не поняла. А, рука здесь есть. Все хорошо. Файл. Вот видишь? Не было совпадения с этим. Открываешь все эти приложения. Может быть, нет. Так? Почему нет? Потому что нет приложения. Играй. Вот, ну, здравствуйте. Можно просто. А, кстати, народ, вот новая конференция. И? После объявления сделал гашка с ценой не включит. Так еще не скоро. 20 мая. Да не скоро. Ну, 20 мая. Сколько целый месяц? 2. Полтора. Я, короче, все сначала папку скину, а потом уже все делать. Так что нам надо пахать, пахать и пахать и пахать. Чтобы хотя бы успеть это сделать. Успеем, блин. Мне почему-то не кажется. На стол. Тогда успели, ничего. В прошлый раз, ну, что не успели, последний еще. Фильм выбрал последний выбор. Так вы даже на крайняк тупо еще там пару занятий ставим. Ну, они сказали, что это ух ты, я же это не ставил. Я и не видел. Ты хочешь фейстер делать? Да. 8-19 часов. А, ну, проще. Стереть ему лицо просто. Мало того, что тут такой кошки в профиле. Ну как, ты понимаешь? По-моему, это гениальная идея. Ну что это? Ну, ты продолжай. Это твое второе имя, да? Чего?
Я говорю то, что тут вообще срач. Грош заведующий. Вообще, я в итоге понял, что проще иметь, конечно, characters папку, но в итоге все равно лучше сохранить. Если делаете нормальный мультик, то лучше сохранить все по сценам. В какой сцене голова лежит, туда ее и сохранить. Ну вы подождите. Блин, да я никуда не ухожу. А, почему? Так и что делать-то? Тут профиль качок нужен. Что-то одно вкрыл. Да вот он! Я закрыл окно. Закрой. О, да? Господи, да он только что... Да! Ну, в общем, вот рисуешь и все, что рассказал. Все, готово. У нас тут окна вообще такие прям модные, пластиковые. Пластик, ну, стеклопакет. И, Тома, ты знаешь, что делать? Откуда я эту головешку копировал? Вообще, ну, на ней. Дядя Петя там не знаю, откуда он взял тупо экскаватив, из чего попал, противогон. Ну и все критикует. Да, что-то пора для него уже остановить, мне кажется. Тебе не кажется? Да. Кажется. Кто такой Мэй? Мэй? Да. Служанка? Нет. Это блин, и папка такая писала. Она, кстати, была хорошая, как будто рисовала. О, молодка. Да? Служанку не надо, да. Нету! У меня вопрос. Вот смотрите, тут это... Чего тут какой-то злой? Мы на этом рабочем вот сверху в сторону, короче. Но тут был красивее. Который первый, да? Да. Который родная голова? Нет. Ну, в смысле, короче, не это, который сейчас как стены жители. Уберите, пожалуйста, за минуту. Не волнуйся. Давай. Да, лучше. А мы сейчас поставим лицо, правда, помню. Мы сделаем комбинацию. Ну, главное сделать так, чтобы лоб совпал. Вот, да? А чем они уголовной шарики делают на коробке? Так это чиби! Только заметила! Следит вообще-то за фигурой. Круто! Нет, не вопросы и так далее. Ну давай сама. А ты что, их сюда копируешь, Юля? Да. Зачем? Ну они мне нужны было. Ты сразу их, не надо их умножить, пожалуйста. Я потом удалю. Нет, ты смотри, вот у тебя сестра. Стоп, у него там кровь, у него там много крови. Это чё? Блин. Посмотри, ты сюда прежде всего импортируешь вот эту фигню. Ну это искать. А чё? Ты там ищешь, и здесь ищешь. Ну да, а потом я просто раз открою. Как? Юль, я понимаю, ну... Сейчас как выглядит? Чё? Ну, как только скина, то есть, конечно. Вот, видишь, у тебя вот карта. Шангл, а вот тот вот что не встал, блин, вообще. Так. Там много чего не вставлено, вообще очень много. Опять придется прыгать. Так? Вот кадр. Где вообще я могу? А там могу работать. Так, сохранить. 55. Так. После этого ты делаешь вот так. Вот тебе нужна эта башка. Или вот эта. Файл импортировать. Здесь ищешь, так? Смотри. А вот нашла, да, например, бошку. И сюда ее притаскиваешь. И на раз сразу здесь поделилась. Вот она сразу. То есть не нужно там и там искать, а ты просто ее притаскиваешь сюда. Что ты там плачешь? Цена должна быть вот такой, она вот такая. В смысле? Вот такая вот. Она раза в 3-4 больше, чем она должна быть. В смысле, больше? Длиннее. Вот это? Нет, вот это, да.
Ну, и в чем проблема? А что она вообще заданный пикер? Так это заданный пилоточная сцена. А, точно. В смысле заданный пилоточный? Да, я нашел обратно. Куда там запустить? В небо! Она прилетела. Сладко. Давай, ну я могу тебе показать, как сделать заданный полет. Давай. Всем фиги. И заодно спорить. Или здесь. Здесь так просто. Бэкварс. Короче, читаешь. Все проблемы. Я интересно, вот это если мы срежем, то оно. Ну вообще, сначала нет еще. Ну тогда конец и срежут. А нет. Короче, давай сделаем в Синфиге нормальный тайм. 22.05. Смотри. Я научу тебя управлять временем. Если сегодня это не состоится, то я уже не знаю, когда это состоится. 6.20, кстати. За 10 минут успеть. Мне нужна будет еще помощь. Мне нужен помощь двух добровольцев, мальчика и девочки. Женя, не спрашивай, будут ли он помогать. Что надо помочь? Мне нужно сделать две фотки для образца для аниматики. Дает, да? 22.05. Это 20.50. Вот это, да? Но лучше всего нам сделать это в основном файле. То есть, чтобы здесь свои ключевые кадры остались, а мы работали. Потому что тут уже есть куча ключевых кадров. Видишь, они нам будут мешать. Okay. Поэтому создаем новый файл. Я там замечаю клавиш. Чего? Как клавиш? Чтобы... А его как зовут-то? Кого? Хакер? Контролы? Горячий клавиш. Контролы надо сохранять, да? Да-да-да. Обычно не держи два файла открытые, которые импортировал. А тут знаете что? Просто тут у снайпера голова вот этого шла, это за другими глазами. Да, но он говорит там. Тебе вторая, города 2, англица тоже. Че, какую импортировать? Сначала закрытый топ. Так, ну тут нам нужно, чтобы увидеть с нулевого по 140-й, правильно? Mm-hmm. Вот у нас сейчас время двигается, правильно? Да. Что там? Здесь у нас должен быть 140-й, а здесь нулевой, правильно? Так? Угу. Здесь, например, нулевой, а здесь 140-й. Допустим, за 54 кадра они все это наберут, пройдут. Посмотри, сколько там кадров. 147 кадров. Нет, вообще, надо. Давай пока. Мне так слишком много цифр в голове. Вот я смотрю, вот он импортированный. Мы сейчас, для начала, прежде чем начать временем управлять, нам нужно его захватить, то есть его остановить. Чтобы восстановить время, мы это делаем не в режиме анимации, мы это делаем обычно. В обычном режиме. У нас есть смещение по времени, так? Mm-hmm. Чем больше мы задаем смещение, тем больше у нас анимация сдвигается. Но она всего лишь сдвигается, она продолжает воспроизводиться. Есть такой конвертатор, это линейная. Она что делает? Заставляет что-либо двигаться с постоянной скоростью вперед. Да. Мы сделаем, что смещение у нас будет изменяться ровно с той же скоростью, с какой двигается время. Но наоборот. То есть оно будет компенсировать. Время идет назад, смещение увеличивается. То есть вот частота мы делаем минус 24. Вот.
анимация, видишь, прилипла. В этом есть тут. У нас время идет, а в это время смещение увеличивается. Вот оно. Все, вот мы его захватили. Оно никуда от нас не денется. У параметра линии у него самого есть еще одно смещение, которое можно задавать текущий кадр. Какой кадр той анимации прилипнет сюда? Можно сюда, 50. 50-й кадр прилип. Видишь? И теперь мы анимируем это смещение. Опять линейно. Никакой линейно. Вот теперь мы его анимируем. Ну смотри, мы можем сказать, в какой момент времени какой кадр будет показываться. Подождите, а что он уменьшает? Сейчас, Вин, погоди. Вот на нулевом кадре у нас будет 140-й, правильно? Ну куда он эти ключевые кадры выкинул? Ну что, круто же. Удобно же. Ну, у нас постоянно в разных местах ключевые кадры. Потому что мне нужно это и это. Тогда оно здесь. Вполне логично, я же ничего не конструирую. Так, смотри. 140-й. Да, на своем никогда не получишь в порядке. Так порядок, он правила нужно создавать. Это что, пока они... Нет? Нет, это учить их нужно для того, чтобы знать, когда их нарушать. Вот. Все должно быть оправдано не порядком, а как сказать. Знаешь, правила нужно создавать для того, чтобы что-то было удобно, правильно? Но как только правила начинают мешать, ты не должен его соблюдать только потому, что это правило. Ты должен его уметь вовремя поменять. То есть, если ты работаешь в коллективе, то удобно складывать, да, договориться, что все папки мы нумеруем и все складываем туда. Вот. А если в какой-то момент, или там, что все слои мы обзываем так-то, так-то. Вот. А как только тебе это начинает мешать, то эти правила можешь поменять. Так. Ну, достаточно просто. Так, в режим анимации теперь, да? И здесь... нужен кадр делаем, да. Да, нужен кадр, ставим ключевой кадр. Я специально ставлю ключевой кадр, потому что мы тогда сможем управлять временем за эти контрольные точки. Здесь ставим 0. И в результате у нас анимация движется в обратном направлении. Прикольно. Здесь, видишь, мы уже не смотрим на эти, потому что они вообще бегающие у нас, блуждающие. Единственное, что видишь, он у нас не сразу начинается. Очевидно, что здесь должен быть не 40-й кадр, не 140-й кадр. Вот тут, видишь, много халявы. Вот. Вот он исчез. 100-й. 102-й? 102-й. Поменять легко, правильно. Так. Смещение. А теперь, регулируя расстояние, ты можешь менять скорость, за которую у тебя эта анимация произойдет. Клево, но это еще не все. Так, скорость у нас... Ключевой кадр немножко до и немножко Привет. Немножко после. Так? Привет. Я пойду. Лена. Сейчас еще пойду немножко. Чего? Да. Раз она не смогла. Так? Ладно. Что произойдет, если я двоих передай. И сама перепиши ее тоже. Он зависит в воздухе. Да, он зависит в воздухе, он замедлится в этот момент. Так, понимаешь, видишь, вот такая. Она будет неравномерная. Тут быстро, тут медленно, тут быстро. Понял?
То есть мы можем управлять уже, блядь, кадры, это у нас время, и мы можем прямо вот все анимации очень сложно управлять несколькими кадрами. Мы можем пускать ее задом вперед. Мы можем, например, вот эти кадры местами менять, да? Или записка. Вот. Он быстро пройдет сюда, потом вернется назад, а потом опять вперед. Ты ее перепиши, или ну, Понял? Мы полностью контролируем время, а время, кстати, можно вот здесь посмотреть, как оно двигается. Выглядит не вот это, а вот это смещение. Это может двигаться. Ну ладно. Все? Ай! Ай-яй-яй-яй-яй. Как ну ты почти только по размеру можешь сделать. Ну ничего себе, башка у тебя находится. Ну я знаю, как мне там его еще отразить надо. А, хорошо, все, молчу. Как его зеркалить? Вы не уходите, ладно, мне сейчас вас фотка нужна. Успеете? Помоги зеркалить. Всех? Нет, ты че? Толкачка. Или это... Сострой, первый звук. Нет. Искажение. Искажение. Достижение. Это что еще раз напомнить? Репетитор по экзаменам. Там и для ЕГЭ, и ГИА есть, и для студентов, и абитуриентов, и даже вплоть до организаторов экзамена все есть. Круто! Чего? Представь, я сама лично с тобой пришла. Тебе шоколадка. Разил тебя. Там, конечно, всегда было в пикс 60 каких-то непонятных единиц. Спасибо. Там что? Он какой-то большой там должен быть. Что это такое, блин? Скелок он не так, как надо стоит. Пока. Да если вообще сюда не бывает. Вообще всех спрятаем. Спешим, спешим, спешим. И завтра тоже пеник. Ну так там вообще другого получше. Не знаю. Жаловаться будешь, как ты мне уже больше готов был бы спокойно. Ладно. Ты чё? Еще меньше. Еще меньше. Куда еще меньше? Пеликут какой-то. Он дальше всех стоит. О, далеко.
Кай. Я сыграла. Кай. Ой. А что за... Ладно. Паника. Ты все? Это все? Я слышу, что нужна какая-то еще фотография. Блин. Фотография? Он же сказал, нужны два добровольца. А я не пойду. Тома? Че? Я вообще не думала, ты не слышишь. Добровольца будешь? Будешь. Я не знаю, они анимировали? Нет. Нет? А что, чисто фотка? Или нет? Я не знаю. Короче, сейчас быстро фотки домой. Конечно. Мне уже ноги болят ходить. Не мне Наташка уже затаскала. Не то до, то до ее дома, то пошли на рейдинг, то куда-то еще, то вообще туда, куда-то в речку меня потащила. Вот она. Я вон, я вообще-то я круглыми сутками дома сижу, никто, блядь, не ну, как бы тебя с тобой тащить, а мне уже ноги отваливают. Тихо. Мне за 3 приворота, ха-ха. Да, вообще. А, еще же и это. И уже каникулы хочешь? Да. Да. Все, уже в школу. Так быстро. Неделя. Что это завтра у нас еще? И про какую часть у нас завтра 3 урока? Ну, я завтра еще физразный. Я сегодня на фуру пошла, у меня что-то с ногой, нога опухла. Я завтра на фуру нафиг не пойду. Потому что и завтра, блин, я занят, там, часов до 30 буду. Там, день рождения, это прёбано. Два начала, до часа 30 только учимся. Значит, я скажу, оттуда выходить придётся, я хочу ещё покушать. Успеть потом на фуру. Ну идем. Скажи на заходи. Контакт. Контакт? Да. Ты восстановился? Нет. Не поняла. Это фейк у вас останется. В смысле? В смысле, я покажи. Что это? Чей фейк? Это... Какой ебаня страница, но там вообще информация обо мне не такой абсолютно нет. Короче, все. Я из призму измяла. Молодец. Спасибо. Шоколад из тебя. Небо под шоколадку купил. Лучше не всем шоколадку раздавая, а не шоколадку не купил. Я думала, я день и потратила. Нормально. Чего ты не заходишь? Ну вообще. Так. Ну что мне тут его делать? Ну как же это микро. Да, это тоже. Я достану нашу свою квартиру. Да. Кстати, у меня есть просто недавно такой микросик не накачала. Буквально. Все, собрались? Да. И меня тут пробует. Женя? Да, что вообще есть. О, боже. Ой, снова пиво, да? Кто-нибудь потолкните меня. Петер Копота. Давай. Не, я пустишь. Да иди, ты тяжело, на кого лезешь? Иди, хватает сил. Да ладно. Я на нее чуть ли монетку не уронила, похер. Тихо. Куда ты едешь-то? Я сюда. А зачем? А, стул. Сюда меня, а зачем? Ну вообще. Кто я, где я? Да. Дальше, что я семью накачивала. Юля у нас сегодня... Вот та же. Да. А повод? У меня праздник. Какой? Через 3 минуты. Что там? Паша приедет. Я просто начинала мне походилась, отправила Пашку. Не, ленивый. Нормально, да? И умом вообще сегодня. Ну это еще не вечер, знаешь. Ну, вообще-то уже вечер. А? Нет, вечер будет 10 часов. А кто-то смотрел, кто на меня целью всеми мечами? Я не смотрела. А я смотрела. Евгений, видно. Где? Сбоку. Что, подглядывается? Да, красиво. Пошли на карте. Благо она не снимала, не с той стороны. Давай, давай. Тебе
тебя не поверят на камеру. Нет! Ну покажу, у меня нечего. Да это минут на 10. А у вас конференции на карте остались? Остались. Ух ты, а можно посмотреть? Прямо сейчас? Да. И если что. Вы клавишу съели, да? Признайтесь честно. Я специально выгрыз. Да. Потому что тут там было Windows написано, я. А, так, ладно. А, вы по его точно. Да, подожди. Теперь, короче, когда 60. Растяжение 60 там почему-то в единичку. Нет! Ну, имеется в виду там, где раньше растяжение, да, для того, чтобы сделать там правильно, ему нужно было минус 60. А камера все слышит. Допустим, отказить пока, как из интернета. А теперь единичка. Как? То есть минус единичка. Я не знаю, я у Юли просто делал. У Юли там конфигурация какая-то своя, наверное. Ну, у нее точно не настройка своя. Нет. Так, ладно. Нет. На этой радостной ноте единичка или минус единичка мы заканчиваем нашу 20-ю трансляцию. 20-й серия. Да. Да. Скоро будет 26 серий, и на этом наш сезон закончится. Кошмар. До свидания. Ой, руки не видно. Вот так. Нет, вот так. До свидания. Опять руки не видно. Вот так. Ладно, все. Лучше она сама встанет.